Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребята, это очередное видео про BVM 5.90. Да, я знаю то, что это второе видео подряд, но обещаю то, что следующее видео будет не про BVM 5.90. Сегодня реально будет максимально интересное видео, потому что наконец-то я купил номера на свою BVM 5.90. Также в этом ролике мы пообщаемся с человеком, который мне продал эти номера. Мы посмотрим, какие у него есть номера помимо этих номеров, которые он мне продал. Также будет небольшое интервью с его стороны и с моей стороны. Будут интересны такие вопросики. Смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но если вы еще не играете на проекте Amazing Hero Play, то не забывайте вводить мой промокод, пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, и его можно вводить на любом сервере. Да, ребята, я наконец-то нашел номера, довольно-таки интересные, очень классные, поэтому я думаю, вам понравится. Да, это, конечно, не то, что я хотел в идеале, но, в принципе, нормально. Реально, номера хорошие, интересные, и я их купил очень дорого, а за сколько, вы узнаете в этом ролике. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, это следующий день, когда я купил номера, то есть, скорее всего, за сколько я их купил и как я их покупал, вы увидите дальше. То есть сейчас я вам покажу готовый результат, какие стоят номера, как бы как они выглядят там и так далее. То есть все остальное вы типа позже. Я снимал вчера, как я их покупал, там было как бы интервью небольшое такое. Мы просто пообщались по душам, он мне позадавал интересные вопросы, я ему позадавал интересные вопросы. Он показал все свои машины, то есть у него там везде один владелец. Пацан очень долго не играл, но зато у него очень интересная коллекция номеров. Поэтому реально, пацаны, посмотрите сначала эту часть, как я как бы вот сейчас вам покажу номера там туда-сюда. И потом смотрите дальше видео, вы увидите, как я покупал эти номера, как я их ставил там и так далее, и за сколько я их купил. Я знаю то, что это уже второе видео подряд про BMW M5F90, пацаны, но так получается, как бы я не специально, поэтому, если что, извините. Но я думаю, тема интересная, тем более номера, пацаны, уже стоят на этой машине. И номера эти, это мур пятерки, пацаны. Почему не семерки? Потому что семерки не продают, пацаны. Поэтому у человека было много номеров. У него там и мур нули, и мур восьмерки, там и так далее. Вы это тоже видите в ролике. Но я выбрал именно пятерки. Пятерки, потому что М5F90. М5, то есть пятерки, я думаю, в тему. Да, я собираю в основном четверки номера. Но думаю, в этом случае я решил все-таки взять пятерки, потому что они будут смотреться поинтересней. И я думаю, я не прогадал. Насчет рамок, пацаны, да, я знаю, они уебанские просто. Вот эти рамки синие, они максимально уебанские. Пока что нету возможности их снять, нету возможности поставить другие. Поэтому пока что будет так. Все-таки я купил то, что я хотел, понимаете? Я купил на мурке. Не именные, не другие номера. А именно мурки. Огромное спасибо просто тем, кто меня смотрит, потому что реально благодаря вам я нашел эти номера. Потому что человек зашел, он долго не играл, его просто увидели и сказали то, что я ищу номера мур. И он сам мне написал ВКонтакте, мы с ним списались, договорились, и у него я купил вот эти номера. Да, ребятки, я понимаю то, что все-таки это не семерочки, да, в идеале было бы охуенно, конечно, купить семерочки, но, как я и говорил уже не первую серию, человек просто не хочет их продавать, и он не выходит на связь, поэтому мне пришлось брать что-то другое, тем более вариант подвернулся неплохой. То есть пятерочки, мур пятерки, было бы в идеале охуенно семерочки, но думаю, пятерочки тоже в принципе смотрятся нормально. Напишите в комментариях, нравится вам или нет. Не знаю, мне в принципе нравится, вот рамка меня раздражает. Вот если бы не рамка, если бы рамка была либо красная, там, M-Power, там еще что-то, было бы пиздато. Пока что мне не нравится именно конечный результат, потому что эта рамка очень тупо выглядит, реально. Ее хочется просто отодрать, выкинуть нахуй. Пока что будет так, пацаны. Я думаю, ничего страшного. Самое главное то, что номера уже стоят на машине. То есть осталось поставить только третий чип, ребята. И будет именно та самая машина,
которая у меня была на 01 сервере. Если бы я был бы на 01, я в любом случае поставил бы какие-то рамки на нее, на номера. Поэтому я думаю, это ее ждет впереди. Также в планах потом поставить гидравлику, потому что, ну, я считаю, будет прикольно. С гидравликой будет прикольно, поэтому будем ждать ближайший ивент, на котором будет гидравлика. Я начал собирать, ну, где-то неделю назад, плюс-минус, я точно не помню. Но, блядь, пацаны, за это время просто, смотрите, аудиосистема у нас есть, нитро у нас есть, неон я нашел. Хотя я думал, это будет пиздец сложно, понимаете? И я купил номера просто. Это пиздец, пацаны, я не знаю. Мне реально повезло. Мне реально очень сильно повезло то, что, ну, я смог найти, понимаете? Да, как бы, мне помогали, большое всем спасибо, но в любом случае, как бы, я считаю то, что это быстро. То есть, я почти собрал машину, которая у меня была. Осталось просто покрасить рамки в красный цвет и поставить третий чип. Ну что ж, ребята, я вроде бы в принципе вам все рассказал, показал, ну, в плане того, то, что я вам объяснил, почему именно эти номера там и так далее. Я вам предлагаю сейчас посмотреть, как я встретился с человеком, который продал номера, какие у него номера там и так далее. Самая такая, может быть, интересная часть, не знаю, просто будет такое, знаете, общение интересное, на разные интересные темы, покажу вам интересные машины, и также, если что, это друг ютубера Киря. Кто с 42-го, тот, я думаю, знает, есть такой ютубер Киря, он раньше снимал, сейчас он забросил это дело, он как бы не играет, не снимает ролики, если что, это его друг. То есть, есть Киря Вегас, это ютубер, а это Никитос Вегас, это его друг, поэтому, я думаю, видос, как бы, вам понравится. Все, смотрите, как бы, наслаждайтесь, слушайте внимательно и не пропускайте. Что, реально, типа, 2 года не играл? Не, ну я играл, ну так, типа, знаешь, там, месяца 3-4 не играл, зашел. Там недельку поиграл немного и опять, типа, и так вот, 2 года, наверное. Ну, я и думал, что не у тебя, потому что я помню, что, типа, у Кири был друг, у которого мурки были. Я и, сам, в принципе, да. Как бы я спрашивал, понял, мне никто говорит, типа, не знаю, у кого номера. Никто, типа, не знал, у кого они. Вообще, эти мурки. Потом я через Юшхим пробил 7-ки, там, у Эдварда Финча. Но он, типа, их не продает, там они, типа, у него давно. А у тебя, кстати, БХ на сколько едет вообще? 248, по-моему. А на первом чипе я еще третий не ставил просто, поэтому... А я помню, такое... я тоже хотел пробить этот, как его понял, как номера называется-то. Да-да-да, номера, я тоже то ли 7-ки, то ли 9-ки я смотрел, короче... Ну, 7-ки, 9-ки у этого Эдварда Финча, он, типа, их не продает. А я деньги все тратил, там же 50 на 50, да, шанс? А, да, да. Ну, да. На Ешхиме. Я тоже проебал там пару раз. Ну вот, а я не знаю, сколько я там Лямон 2, наверное, всадил. Короче, мне так и не показалось, прикинь. Я не, ну, у меня там скидка, по-моему. Да, у меня там скидка, я купил улучшение, поэтому я не так сильно проебал. Ну, 1500 где-то просрал. Но в итоге я ему писал, он мне ответил то, что они для него, типа, сильно дорогие, он давно, ну, типа, с ними играет, и все, он замолчал. Я ему писал, типа, 50-70. Ну, он просто, ну, не читает, понял? Ну, ВК заходит и не читает. Я, кстати, с Кириллом тоже переписывался. Ну, там когда-то, давненько, где-то полгода назад. Интересовался, что он там забросил, типа. Да, он это, учится. Мы же с ним одноклассники вообще были. Типа, школу закончили, вот. Ну, и как школу закончили, понял, там, суета началась, вузы, поступления, вот это все, понял? Вот, потом он поступил в Бауманку, знаешь, в Москве Бауманк? Не, вот, я и... Украин. Ну, короче, почему? ВУЗ. Ну, короче, ВУЗ очень старый. Ну, типа, я имею в виду один из самых престижных, типа, вузов. Вот, и он весь учебу ударился, короче, типа, и все, и времени нет. Не, ну молодец, типа. Просто. Ну, я как бы тоже поступил в это, но типа у меня побольше времени просто на это все. Просто много кто ходит, типа, сейчас не хватает ютуберов, типа. Раньше как-то все так, ну, много людей было, много снимали. Ты так, вообще видел так... этот интерьер вообще или нет? Вот этот сейчас, да, я чекнул. Это коттедж. Не, вот этот нет. Я видел старый, ну, до обнов всяких. Ну, старый он такой огромный был, но там был охуенный плюс и большой гараж. Давай сейчас випку сейчас активирую, посмотрим, окей? Окей. Мне просто интересно посмотреть, ну, не только мур пятерки, но и, типа, все. Да, я понял. Пятерки. У меня это просто в призах випка, так, все. Не хотел випку активировать. Ну ладно. Раз такое дело уже. Ну я тебе скажу так, сейчас так, без випки ебать никуда нахуй вообще. Нет, випка есть, а у меня 3 тачки только.
почему-то. А ты попробуй одну заспавнить. А у меня понял, замочки именно, замочки, типа на тачках. Ну, когда тебя подселяют, у тебя доступно 3 машины. Это когда ты дом покупаешь, тогда у тебя доступно все машины, понял? Трабл, конечно. У меня этот ГТР, понял, на 4-м слоте. Да-да-да. Он на 4-м слоту у меня, понял, он закрытый, блин. Я думал, все откроется, вот что. Ну, блин, можно дом, в принципе, купить. Какой-то простенький. Ну вот, короче, там. У меня вот Мерс. Так, Мур 4. Ну да, да, самый. Мур 4. А ну дай PTS чисто так, для интереса посмотрю. У меня нету, типа, понял, аудиосистем, подсветок, у меня ничего. У меня нитро. Да, нитро у тебя. Один чипы владелец. У меня. Бля, ну я, блядь, так просто охуевал, то что я не видел номера, понимаешь, Мур. На 01 как-то, ну, они еще более-менее мелькают. Они наверное, то, что у всех, да, раскиданы, а тут я почти все выкупил, да, и, типа, да. Не играю. У меня, типа, кто-то говорил, там, у какой-то девушки номера. Кто-то, разные, короче, версии мне рассказывали, но я так и не понял. А мне, я кого-то вот челик встретил, он мне говорит, типа, там, Кирюха ищет либо семерки, либо единички, типа, понял. А вот этот Мэрс конкретно на единичках, я не знаю, он не, у я уже понял, да. На года 3, наверное, и я такой, не, типа, я, типа, блин. Искал именно, ну, я говорил, я готов купить любые, кроме нулей. Как бы я готов и, там, единицы, двойки, тройки. Просто, ну, я думал, то, что все, знаешь, типа, блядь, невозможно их найти просто. Блин, вот раньше себе. Была Ямаха, вот это была тема, нахуй. Второй чё чип там стоит. В натуре? Да. Я просто даже не шарю. Ёбаный в рот. Да, я просто, понял, привык к слэш-кар, ну и типа выбирать. Ну я тоже, блядь, первое время, блядь, это слэш-кар, блядь. Но я считаю, то, что лучше бы они сделали и так, типа, ну. У меня еще все тачки почти на нитро. Это тоже, да, прикольно? Ну, нитро еще по 25 лямов продают на рынке. По сколько? По 25 миллионов. Охренеть, конечно. Но оно именно ценится, понял, отдельно. А именно если там уже стоит, а тачек то... уже снять никак, да? Не особо. Снять тачки. Не, нельзя. Так, ну блин, Мур пятерки, я честно даже не знаю, как они выглядят. Мне типа вообще, друзья, не говорят... Хаппи не сидит, она оплачена, нет? Да, да, оплачена, все нормально. Все окей. Чего друзья говорят? Типа то, что типа дорого, я говорю, я знаю, что дорого, да типа, блин, я хочу просто. Они типа меня отговаривали, то что нет, не бери, типа, это дорого. Ты заспамни одну машину и потом другую все. Появится. Угу. Ладно, я тебе сначала остальные покажу. Да, давай, и покажи. И последние пятерки. Вот такая у меня тема. Кстати, шестерки неплохо смотрятся. 302? Да. Её а купили. Ее заносит, нет, как раньше? Не. Нормально? Ну, она такая уже. Она такая немного тупая по управлению, типа, понял, по поворотам, но в целом по разгону прям. Так. Как тоже я помню. Я не помню, я его купил, Мур, помню, с нуля. Не, ну нули такое на любителя, конечно. Типа на НРП номера. Ну, я помню, я его просто в принципе, нормально, да. Так, сейчас посмотрим, будем все твои машины чекать. Так, ну тут нитро, первый чип, один владелец. Ну тебя круто, что один владелец везде. Типа, если ты себе тачки оставишь, это вообще имба. Я их как тогда купил, так они у меня и есть, типа, я их никуда вообще не девал. Вот троечки мне тоже нравятся, мне Кирюха подогнал, в общем, и гелик подарил мне с номерами. Бля, я так за этими номерами скучал, пиздец. Я их не видел просто ни у кого. Вроде ничего такого, они вообще переводятся, типа, московский уголовный розыск. Так, он там голый, да, гелик? Гелик, такой первый чип, сигнализация, антирадар. Короче, Геттер, он, конечно, поменялся, винил обновления были. Он, кстати, были. По управлению тоже поменялся, он тоже очень хорошо едет. Нитро, не, наверное, Геттер стоит. Пятерочки, да, нитро, антирадар. Ну, я думаю, ребят, тебя, типа, многие номера. Узнают по видосу. То, что, типа, ты у Кири много светился тоже. Я тоже, я помню, блин, Кирю смотрел, типа, тебя постоянно там видел, слышал. Там на лампе ты катался. По-моему, там фиолетовая такая у тебя была. Может, я ошибаюсь. Этот, как его, голос изменился или нет? Кирюха меня всегда стебал, типа, школяр такой. Не, ну чуть-чуть голос поменялся. Ну сейчас попробуешь на Геттере проехаться. Бля, вот я тебе чуть завидую, то что ты, типа, не играл. Сейчас дохуя всего добавили. И, типа, блядь, и машины по-другому едут, и тачек много новых, типа. Да, блядь, я не думал, то что их найду так быстро. Я такой захожу, а я смотрю, ты мне пишешь, типа, думаю, кто это. Потом смотрю за номера, думаю, нихера себе. Думаю, вот это поворот. А я вчера просто зашел в этот, какого, ну, в крэмпошку что-то вчера обновил, 9 гигов, это обнова. Обновил, такой, типа, зашел, у меня челик встретил, говорит, типа, что тебе номера нужны, все дела. Он говорит, посмотри видос, типа, за бэх последний. Ну, я такой думал, ну, короче, посмотрел у тебя видос. Вот, ну, типа, что тебе номера нужны, все дела, я такой думаю, ладно, типа, знаешь, продам, ну, типа, пускай у тебя будут, типа,
исходишь. Комментарий оставить, я не знаю почему. Типа, я два раза оставлял из компа, из телефона комментарий, типа, чтобы ты мне написал в ВК. Вот, а почему-то комментарий пропадал, типа, через несколько секунд. Я такой, типа, странно. Вот, и в итоге тебе заявку отправил. На стриме вчера я стримил, мне кто-то писал, типа, то, что тебе написали, то, что хотят номера продать. В комментариях я захожу, там ничего нету, типа. Я говорю, я почему-то вот, оно отправлялось и удалялось через несколько секунд, ну, сообщение в комментариях, думаю, странно. И все, я тебе в ВК отправил, типа, ну, понял, вот, заявку. Кайф. Волшебный банк, волшебный сгонял, 20 тысяч. Получил. Ну видишь, у тебя номера как вино, ебать, подорожали. Теперь у тебя одни номера заберут, как все. Так, Мур пятерочки, 55 миллионов. Забирать. Я сейчас не смогу их поставить, потому что у меня дома нету. Ну то ладно. Ок, там час, да, так же? Да, 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 час ждать. А что у тебя, как вот видос, мне интересно? Ну, типа, долго ты, типа, монтажом занимаешься или не особо? Сейчас сколько видео идет? Сколько там? Минут 15-10, так вот если. Ну, минимум 2 часа монтирую. Это пока оно загрузится. Потом, пока ты там обрежешь, там эффекты, херекты, потом рендер еще. Ну и в целом получается 2 часа где-то. Я помню, Кирюх тоже очень долго сидел. Он, поэтому ты сейчас, ну, перестал снимать. Ком просто надо помощнее, блять. Надо какой-то ком такой заряженный, чтобы и рендер, блять, не час был, а там, блять, не знаю, ну, минут 15. Сейчас, по сути, а кроме... за что тебя деактивировали? За продажу валюты. Я там, ситуация была в семье печальная, поэтому нужны были деньги, и пришлось нагрешить, короче. Типа ты продавал или... Да, я продавал своим друзьям, и они потом меня слили, когда я с ними поссорился. В итоге меня деактивировали, а им ничего не сделали. А ты им же, да, продавал? Типа? Да, да. Ну, как-то такое себе, да, они... Ну, блядь, и... типа, знаешь, поссорились, все, типа, блядь. Просто там тип наебал, ну, короче, мой знакомый, он мне не друг был, просто мы с ним долго общались, он обманул там ютубера моего знакомого на скин. И из-за этого мы с ними поссорились, и они, короче, их там забанили, и они решили, то что вот мы в бане, нам нечего терять, и решили слить меня. В итоге они слили меня, меня деактивировали, выгнали с проекта, а им ничего не сделали. Ну потом, как бы, я с Федей переговорил, ну, Америкос мне помог просто, и в итоге... Как бы я ушел на 0-2. Потому что на первом, типа, оставаться такое было бы. Я ж поэтому, блядь, и Мурку сделал, ну, решил создать, потому что, ну, блядь, да, я понял. Как-то, ну, в скриншоты смотришь такой видос, и, блядь, думаешь, сука, какая была охуенная машина. Не, ну, в принципе, ты ее вернул уже. Ну да. Стало все эти чипы поставить и все. Главное, вернуть первозданный вид, который был в последний раз. Конечно, некрасиво, вроде и сотрудничал, знаешь, и ЗГ была админка. И в итоге вот так вот некрасиво получилось. А, хотя хотел тебя спросить, а у Кирилла, типа, был этот, как его, АЗС-ка в Южном? Там, смотри, короче, у Кирилла вообще была аптека в Южном, понял какая? Ну, рядом с банком волшебным. Вот, долгое время было, и она там нормально ему несла. Ну но... да, на финка нормально. Да, и, короче, потом он... купил мне, ну, как бы, мы хотели один бизнес семейным сделать, один, типа, у него, вот, и он, короче, купил этот 24/7 на въезде в Юшку, вот. Ну, понял, напротив заправки, да, да, вот, он мне его отдал, получается, типа, короче, ну, и магазин у меня был, но потом, ну, что-то мы играли-играли, и потом, вот, говорю, что-то мы забросили игру, вот, но Кирюха заходил, ну, заходил, что-то там оплачивал, то есть иногда играл это, а я прям что-то вообще конкретно забросил. Ну вот, и там, если помнишь, такая тема была, короче, нужно было отыграть 4 часа, что-то такое, за неделю, что ли, или за 2 недели. Да, было такое. И меня вроде как сказали, что надо отыграть, а я прям, ну, реально настолько забросил, что, типа, даже 4 часа не наиграл. Ну вот, ну я что-то зашел на часа на 2, может, максимум отыграл. Но думал, ну, не слетит, наверное, типа. Вот, и все. И, короче, забросил, а потом, типа, мне все пишут, у тебя безак все слетает, типа, 100%, короче, типа, все дела. Я такой, блин. Ну, вот, Кирюх тогда немного огорчился вроде. Такой, типа, блин, обидно. Вот. И я тоже зашел в игру и смотрю, типа, безак уже не у меня, а у этого, ну, типа, Литвина. Ну, вот.
Еще потом аукцион, наверное, был или что, уже не знаю, честно. Нет, слёт был просто всех бизнесов. А, ну, а, да-да-да-да-да. Короче, я не отыграл, и все, там был вот этот слёт глобальный, типа, без оков, и в том числе мой слетел, короче, и все. А этот, как его, а насчёт Кирыча-то в итоге что? Помнишь, да, я сказал, этот, у него аптека была, вот, у меня этот... Как он называется? У меня, короче, магаз, он слетел, у Кирыча осталась аптека. Вот, сколько-то он ее еще держал, эту аптеку, вот. И потом, даже я сам сначала не знал, что там он делает, ну, что происходит. Вот, но оказывается, он, короче, по-моему, поменялся. Короче, аптеку свою поменял на заправку в Южном, на Бьеле. Да, да, я просто видел, что он ее продавал, типа. Вот, да, и, короче, он поменялся, получается, сколько-то там, недолго совсем подержал этот АЗС-ку, вот. Ну, как мне потом Кирыч сказал, типа там финка, короче, намного меньше была, чем в аптеке, ну вот. Ну да. И, короче, да. Он ее продал за 300, что ли, честно, не помню. У него, я помню, 300 лямов, короче, в итоге было. Ну, как бы он продал, и все, у него 300 лямов там, ну, есть. Ну, зря он ее продал, конечно, аптеку. Сейчас ее за лярд 100 продают. Посмотрим. Ну, конечно, рамка, я думаю, не в тему будет, но потом когда-то переделаю. Так, поставить на авто. Ой-ой-ой-ой-ой, ебать, как залетели. Рамка, да, конечно, всё, выделяется. Летели. Ну, бля, мур пятерочки вообще, смак. Ну да, тебе повезло, что у меня, да, пятерки есть, типа, М5, ну, пятерки, да. Прикольно. Не, ну я бы любые, конечно, взял бы, но хорошо, что хотя бы пятерки, типа, оказали. Бля, сорянчик. Типа какое-то сочетание, знаешь, такое, типа. Ну да, типа, если бы я купил бы четверки, ну, я думаю, не то пальто было бы. Ну что ж, дамы и господа, в принципе, на этом буду заканчивать. Я вам все подробно рассказал, показал там и так далее. Я надеюсь, вам понравилось, то есть там были интересные вопросы. Я вам показал полностью весь процесс покупки этих номеров, за сколько я их купил там и так далее. Да, пацаны, купил дорого, то есть я не спорю. Купил реально очень дорого, но я хотел, понимаете, я хотел именно эти номера, как бы, да, дорого, но... Я их купил, пацаны. Я доволен. В любом случае, эти номера останутся у меня. То есть, я их не покупал там для перепродажи, еще для чего-то. Я их покупал чисто для себя. Эти номера останутся всегда на этой машине. Покупка осознанная. Все полезные ссылочки будут в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я вас могу принять в семью, в компанию. Помогу, чем смогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.